Всем привет, дорогой друг, с вами Дриди, добро пожаловать в игрушку Хищные Машины 2. Я надеюсь, игра вам понравится, вы поставите палец вверх и подпишитесь на мой канал. Ну что, мы начинаем. У нас вот такой вот крутой бластер, который всех разгромит. Там, кстати, дирижабль пролетел. Так, ладно. Но его, мне кажется, невозможно убить. Он слишком сильно большой. Так, ладно. Крутая тачка, крутая машина. Нам все по зубам, ребятки. Мы ничего не боимся, потому что, ну, мы круто выглядим и, боже мой, да мы сами, сама крутость. Вот, так, кто-то сзади, смотрите, едет. Ну, у нас есть бластер, крутой бластер, который просто разрушит их, в порошок сотрет. Я даже, вон, смотрите, хоп, все, они ничего не успевают мне сделать. Ну, этих маленьких я вообще с одного удара, думаю, сделал. Ух ты ж, блин, подтянулись и едем дальше. Отлично, попали. Ну, не совсем идеально, конечно, но все же получилось. Так, гроза. Можно вызвать грозу. Ух ты же, елки-палки. Игрушка, кстати, будет обновляться, и будет много чего интересного, много больше уровней будет. Я вам покажу то, что я все прошел, и все на отлично, на 3 звезды. 108 вилочек из 108. Так, такой, значит, это уже какой-то загадочный лес. Тут все хорошо, мы где-то в деревне, я не знаю, в городе. Вот все цветет, но тут уже загадочный лес. А дальше какие-то горы идут. И облака. Это самое сложное пока что. Но потом вроде как бы мы на ракете должны куда-то улететь. Это будет следующий, я так понимаю, левел. Давайте попробуем 11-й. Триллер какой-то. Окей, я готов. Поехали, ребят. Ух ты, уже сразу стали нападать. Так, отличненько. Я думаю, мы все преодолеем. Справимся, у нас все получится обязательно. Отлично. Хотя, если я вверх попробую полететь. Просто хочется посмотреть, докуда я смогу улететь. Где-то же не так много. Вверх, 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 вверх. Я ни на сколько, я даже не поднялся. У меня, кстати, видите, вверху такие вот усики. И они их обездвиживают. Это током я их ударяю, они немножко обескуражены и ничего не смогут мне сделать какое-то время. Так, отлично, взяли подарок. Скатимся. Блин, первый раз, когда я играл, я был вообще под впечатлением этой игрушки. Жду, когда уже будут новые серии, жду обновления этой игры с нетерпением. Конечно, я буду проходить ее. Ух ты же, елки-палки, ничего себе мы подпрыгнули. Блистательно, ребят. Очень круто подпрыгнули. Полетели дальше. Ах ты ж. Попались. Попались мы в ловушку. Я думаю, разработчик должен новую серию сделать. Ведь он нам обещал. Он же сказал, что продолжение следует. Тут есть, ребятки, справа монстропедия. Давайте я вам покажу. Это все машинки, наши враги, которые у нас были. Смарти. Давайте посмотрим, почему нет. Мэтт, можете посмотреть, тут написано здоровье, урон, атака и скорость. Так, эти все нам встречались. Кетчуп. Так, дальше. Дирижабль. Из-за того, что он такой большой, только одна четверть, наверное, видно его. Вот это очень-очень опасно. Ням-ням-ням. Вот, но его невозможно убить, он появляется, когда нас облили кетчупом, либо соусом каким-либо. Архивер, это, кстати, босс из в первой части, из второй части. Так, бомбер. Стингер, но я имею в виду именно из флеш-игры в браузерской версии. Там есть первая, вторая, третья часть, ну там их много. А так-то из первой части вот этот босс был. Так, можете посмотреть, я вам просто мотаю. Горчица вот уже посложнее. Если она вас обрызгает, он будет больше, более сильный. Вот этот ням-ням-ням. Чивер, это тоже босс был в первой части. Потом ты, по-моему, был боссом, да? Да, ты тоже был боссом. Ух ты же, нифига себе, какой большой. Но этот не был боссом. Вот самый надоедливый это был вот этот Спайк. Его было сложно на шип подсадить. Можно было только убить. Да, васаби. Ладно. Этот комбайн, да, мы даже им играли
в игру ВКонтакте, даже мы им комбайном этим играли. Вик, вот этот Вик страшный очень. Очень страшный, очень опасный. Так, вот этого, по-моему, не было. Экскаватор. Автобус был. Тут только клоуна нету. Предыдущий босс, кстати, был, знаете кто? Танк. Почему ему так много, так мало хп сделали, я не знаю. Наверное, это какая-то ошибка. Танку должны были больше хп сделать. 2000 как минимум. Так, ну и мамонт 3000. Ясно. Смарти. Самая-самая слабенькая машинка. Ну, вначале, в принципе, надоедливая. Как можно тут летать? Блистательно. Мне нравится летать. Ух ты ж. Можно в текстурке сострять. Ка, блин, отступись. Отступись, пожалуйста. И что мне делать? Оставьте, где колеса. Боже мой, они где-то наверху. А пушка все еще движется. Так, ладно. Заново. Да, игрушка еще немножко багованная, но все-таки она классная, ребят. Советую поиграть. Так, ну-ка. Попробуем как-нибудь. Нет. Может, баг какой-нибудь словим. Тут пока что стандартно. А, вон, смотри. Как он ехал, видите, странно. Тоже забагованная. Ну-ка, отвалите. Езжаем, поезжаем. Так, хорошо. Хочется опять какой-нибудь баг словить. Так, ну тут все нормально, все стандартно. Никаких багов. Это очень хорошо. Подтолкни меня, подтолкни меня. Главное не упасть. Отлично. Да, на пути нам никого нету. Никаких врагов. О, вы видели вот это? Вот что это сейчас было? Что-то необычное. Да, ребята, это был какой-то очередной баг, я так понимаю. Ну-ка, давайте пробуем опять. Где-то тут, да, мы его поймали. Ну-ка. Ну ладно, второй раз не попадается. Разработчики обязательно, думаю, исправят эти баги со временем. И также ждем от них новых уровней очень сильно. Я бы даже, наверное, больше новых уровней жду, чем исправления багов. Все-таки я эти все баги прошел. Уйди от меня. Так, разгоняемся. О, финиш, финиш, финиш. Блистательно. Стингер, классно выглядит, я бы хотел на нем покататься. Так, и это последняя локация. 4 локации только. Ух ты, может быть, следующий будет в космосе, я не знаю, где-нибудь на Марсе или еще где-нибудь на Луне. В принципе, почему бы нет? Почему бы на Луне не поиграть? Где там будет гравитация какая-нибудь? Думаю, будет классно. Так, заморозка. Давай, давай, не могу зацепиться. Набираю обороты. Отлично. Так, кувырочек. Неплохо. В этот вертолет сложно попасть. Но все же я умудрился. Давай, ползи, ползи же. Половину пути проехали. О, на здоровье-то уже половинка. Ух ты ж, нифига себе. А все, все, придется восстанавливаться. Ракета такая кружится. Так, мы вновь восстановились. И нам только нужно доехать до финиша. Разгоняемся. Ух ты ж, ничего себе. Хороший полет. Отлично. Отличненько едем. Так, Росомаха, или кто там такой? Эй, автобус, елки-палки. Что ты мне тут мешаешься? Эх, классно. Покружились. Давай вперед. Да ё-моё. Дайте я проеду. Ну-ка, 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 давай, давай, давай. Аж на все что-то зависло. Немножечко. Вот он финиш, вот он долгожданный финиш. Отлично. Так, ну в общем, вот такая моя машинка. У меня уже все есть, все на максимум прокачано, как вы видите. Так, правда, вот эту машинку мы не стали покупать второй раз, но, возможно, купим на этом аккаунте.
Тут можно прокачивать, тут есть бомбы всякие разные. Так, тут есть пушечки. Тоже крутые улучшения. Улучшение у нас на максимум все. Устройство. Вот видите, то, что мы взяли, то, что можно скрафтить. О, ракету можно скрафтить. Почему бы нет? Давайте скрафтим ракету. А, нет, нам не хватает несколько деталей. К сожалению, пока нельзя крафтить. Ну ладно, в другой раз. Очень рад, дарите всем. До скорого, пока-пока, удачи.